Марина, начнем. Добрый день. Добрый день. Как ваши впечатления от поездки? Как вам Вена? Как вам Крома? Ну, дело в том, что в Вене я вообще в первый раз. И я очень впечатлена и архитектурой, и вообще погода прекрасная, что нас порадовало. Угу. Вот. И, конечно, вот поездка очень много интересного, потому что, ну, производство – это всегда что-то новое. Uh-huh. Чего ты никогда не ожидаешь. Uh-huh. Мы представляли завод, ну, завод, производство. И когда увидели вот эти прекрасные ландшафты на фоне древних каких-то замков, и вдруг оказалось производство, это было впечатление очень, ну, запоминающееся. Здорово. А кроме локации, вот в самом здании? Да. Очень впечатлило отсутствие, конечно, что там не очень много народа работает, да, человек, но производственная линия очень четко. Мы много спрашивали, а как там очищение той же среды, например, да, как производится, что это должна быть чистота, и вот этот объем, как обрабатывается. В общем, очень много нового, о чем раньше не задумывался. Так. Понятно. Спасибо большое за первое впечатление. Вот, очень рад, что вам пока что все нравится. Очень все нравится. И прием, кстати, можно ли говорить, да, вот конечно, как нас принимают. Прекрасное место расположения отеля. Вообще великолепное.